Всем привет! Для тех, кто меня не знает, меня зовут Леся, и вы на канале «Дамочка на рыбалочке». Дождались очередной пятницы, загрузили машину по полной программе. Как всегда, затарились по полной программе, вот, до самого потолка. И сейчас жду окончания рабочего дня у Ромы, поеду за ним и поедем искать берега. Очень надеемся, что сегодняшний дождь, градус желающих попасть на Обь снизился. Где именно мы будем, мы еще не знаем. Но я думаю, что вы тоже вместе с нами все увидите. Тучи грозовые, того и гляди, ливанет прямо сейчас. Сказала, ливанет прямо сейчас, и реально ливануло. В этот раз у нас получается поехать на двое суток. Это очень долгожданное для нас событие, поэтому затарились больше, чем обычно. Мой Роман Сергеевич спешит. Добрались до Оби, до моста. Ровка. Давай, беги, беги. Буренки. Вода прям прилично упала, потому что в прошлый раз было затоплено здесь, все в воде стояло. Ладно, пойдем посмотрим. Грязь. Да я понимаю, Рома, что как в прошлый раз. Только в прошлый раз было более суши. Нет, так-то подход к воде-то есть. Палатку здесь можно вот поставить. Так, конечно, то, что пески открылись, это очень здорово. Остаемся здесь. Сейчас будем активно таскать все на берег. Канистру что-то таскать тяжело. Пока Рома натягивает тент, я, наверное, буду надувать матрасы. Все равно надо уже к ночлегу готовиться. У нас сегодня, кстати, не жарко, где-то сейчас 20 градусов примерно. Поэтому вот мне даже в кофточке вполне себе комфортно. Поэтому лучше, как всегда, все сделаем, а потом будем спокойно отдыхать и рыбачить. Наш чиллаут готов. Не хватает кальяна. Кстати, друзья, вот этот плед был куплен на побережье Италии. Афроамериканцы ходили и продавали. Ну, точно никогда не забуду, что было в Италии когда-то давным-давным-давно. Потому что плед об этом всегда напомнит. Ну и тент будет спасением не только от дождя, но и от солнца. Уточки, знаете вам? Хлебушка. Домик себе здесь сделали, сидят. Какие-то это вот необычные утки. В общем, друзья, если знаете, что за порода этих уток, то напишите, пожалуйста. Thank you.
хочет распалить костер до дождя. Рома ставит садок. Естественно, будет груз в виде песка. Они, походу, здесь живут. Потому что они прям вот на ту лежаночку из этих водорослей ложатся и сидят. И никуда нет, просто не улетают, ничего. Да, тут видно прям, что сразу глубоко. Ну и реально какая-то такая типа заводюшечка, потому что прям возле берега течения-то нету, а течение дальше начинается. О, заплывчик. А рыба вокруг тебя так и прыгает, так и прыгает. О, вот на голове сидит, на лбу. А глубина какая? О, нифига себе, да? Что это 3 метра и глубина, ага. Ну, я что-то не знаю, хочу ли я сегодня купаться или нет. Я столько пап... Конец июля. Когда еще, если не сегодня, да? Реально, друзья, уже, можно сказать, дело к концу лета-то движется. Уже середина экватора летнего пройдена. Я даже вообще не успела понять, куда оно так стремительно мчится, потому что я еще им не насладилась. Ну вот уже заканчивается. В общем, осталось порезать пирог. Пирог с капустой и с мясом. И все. И я молодец. Вот такой стол образовался у нас. Это бутербродики, пирог, капреза. Это у нас лимон-лайм. А все для чего? Для текилочки. Вот такой вот у нас нынче стол. Вот такой у нас нынче вид. Так, значит, смотри. Вот сюда вот сыпем, сыпем соль. Вот так вот сыпем соль. Лива-лива, она не это, меньше градусов, чем водки. Она очень легко пьет. Сколько? 35 там или сколько? Хера, она сейчас убьет. Не убьет. Так, главное насыпай. Перед тем, как ты, короче, Ром, я тебе говорю, как она пьется. Бери, делай. Насыпай себе вот так вот. Давай, руку подставляй. Чуть-чуть. Ко мне вон. Смотри, бери кусочек лимончика или лайма. Вот. Делаем. Лимон. Ну, потому что лаймок это, мало было и не найти в магазине. Вот поэтому нет. Давай нам по парику. Значит, смотри. Сначала лизнем соль, выпьем, закусим лимончиком. Понял? Угу. Давай. За наш отдых чудесный, за офигенное место, которое мы отхватили. Пусть рыба ловится. Лизнем. Радуга. Смотри, какая она не горькая никакая, она офигенная. Давай, вот пирог, вот бутерброды, а? Нету. Не зашла? Радуга. Ой, слушай, опять, ага. В прошлый раз радуга нам с тобой повстречалась на пути. И вот это помидорки. Тут орешки. Не знаю, река. Не знаю. О! Зажка или драйва? Знаешь, если бы, конечно, просто зажигалка, то нифига бы, да? Потом завязал бы. Ну, не так быстро. Давай еще позвать. Не, не буду я. Это что, мне вся бутылка, что ли? Посмотри. Я на нее дома смотрела. Почти что год. Она у нас в баре стояла. Ну, где? В том в холодильнике. Ну, бывает, что кому-то тепло не заходит. А мне очень. Нет. Уже это все на завтра. Угу. Вот это другое дело. Ладно, я не претендую, пожалуйста. Нет, я шутил. Дружим с разными странами сегодня. Давай. За отдых. Двухсуточный лагерь. Боже мой. Вообще, песня. О, что это? Вот. Вот это теперь я понимаю. Обалденно, текила. Слушай,
Ну, уже года три, наверное, назад вот, подарила спиннинг. Три года с одним поводком хожу. Ох, оторвет, ух, оторвет. Рома решил покидать. Рыба плещется, ему, конечно, интересно. Но со спиннингом-то мы не дружим. Костер, походу, будет офигенный. Хоть и срык дров, но как разгорелся-то. Он все шипит, шкварчит. И будет все мне понятно. Вот это я понимаю, Рома клюет. Как говорится, когда клюет, тогда клюет. О, окунек, Рома. Да? Угу. Окушок. Ути, будете окушка? Будете? Ути. Какое солнце вообще. Офигенное. С веревки. Левый точно не проберется. Он запутается. Уточки приплыли. Забирай все потихоньку со стола, заноси под это. Хорошо. Недолго музыка играла, пошел дождь. Ну, хорошо, что у нас тент есть, но все равно хотелось бы это без дождя порыбачить. Значит, будем отдыхать и посмотреть на донки. Кто тут? О, ты кто? Ты кто? О, подъязок. А, подъязок. Ну ладно, сначала положено. Рыб клюет. Вот, ребят. Ой, я вытащила езишку. Мой изишечка. Изишечку взяла. Будем дальше рыбачить. Такая рыбалка мне однозначно нравится. Выловили. Вроде что-то поклевывает. Ой, все в натуре прошло. Вода стекает. Поклевочки нас перестали радовать. Вот. Рома тут решил пошебуршить в костре. Какая красота.
Ох, ребята, что сейчас будет, что сейчас будет. 100 лет не играли в карты, даже 200, наверное. Вот. Сегодня, короче, заехала в магазин, купила картишек, думаю, а вдруг, если рыба клевать не будет, то можно будет хотя бы в карты поиграть. Но, походу, не зря. Ход езя мы благополучно просохатили. Много было сходов, прям вообще. Поняли, что у нас что-то не так с крючками. Короче, Рома перевязал в некоторых кормушках крючки. Раньше неплохо играл. Кто мешает, того бьют. Подожди, надо лизнуть, куснуть. У меня еще пока еще на один разочек есть лизнуть и куснуть. Где лимон? А вот и он будет съеден сейчас мной. У тебя другие закуски. Если не успеешь сейчас. Это что, мне из зубов будешь вырывать? Давай. Где огурчик? Шикарно. А? Так я сказала, помидорку тебе можно. Это и огурчик, и помидорку. Огурчик уже убежал. Вот мы играли на берегу с тобой, знаешь, когда на Алтай, когда я первый раз в Алтай. Давай, короче, черви так или иначе. Эхо, что у тебя? 6. 6? Да. Давай, ходи. Как я себя, ребята, тебе раздала от Романа Сергеевича. Не спорим. Угу. Давай. Покажи свою 6 для начала. Зачем? Давай-ка покажи. Это не оно. Оно. Что у тебя, какая карта? Козырь есть? Есть. Какой? Показывай даже. 6. Покажи. Ты фонарь, ты выключи. Козырь, показывай давай. Зачем тебе козырь? Я не буду тебе свой козырь показывать. Рома, чуть-чуть. Давай быстро показывай, ну, иначе нет. Я тебе не верю. Уходи, ладно. Покажи. 6. Беру. Тебе на погоны скоротаю. А, может, ты возьмешь? Какой? Возьму? Наверное. Нет. Окей. Не, возьму пока. На, туда же еще придумано. Чем к тебе ходить? Ну давай, руби. Все, поехали. Давай, семерок своих. Так, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7. Так. Девять. Ага, десятку. Так, нормально. И все. Тут высекино. Роман Сергеевич, я сноровку за гадание потерял, да, а ты? Я прогонил. Все, мамочка сделала папочку. Вмастил. Ну, кто же знал-то? Ты же не знал? Не знал, маленький. Не знал. А у меня вообще, прикинь, у меня просто все, одни крести и пики были. Ну, я просто думала, ну все, без вариантов. У меня ни одной красненькой не было. Ох, красота. Молния, кстати, сверкает. Дождь того и гляди, опять ливанет. Потому что даже сырые горят, да? Вообще перегорают махом. Чего ж здорово. Такая простая романтика. Друзья, вот так вот плавненько мы досидели до 4:30 утра. И сейчас уже будем перезаряжать наши доночки и пытаться ловить рыбку. Все-таки, несмотря на то, что был дождь, ну как ночь прям теплая-теплая такая. Гнуска, конечно, зажирает.
принять ванны перед ловлей рыбы, да? Рыба любит чистых мужиков, да? Вновь к нам пришли наши друзья, уточки. Вообще не боятся, конечно, людей. Есть кто-то, кого-то забагрил. Да? Ага. Вон винтом идет. Подсак. Подсак. Где я его возьму, тебе подсак, блин? На такого подлеца. Плотвина какая! Вот это плотвина, кот. Так плотвина, я такой еще не ловила даже. Идет. Поднимаем. Раз на тычку его сразу. Спиннинг на тычку. Раз ставишь. Все. Плотвишка. Так, режем. И вот эту режем, крючок перематываем. Я тут, ребят, дуплет вытащила. Держи, Рома. Держи, Рома. Кого? Ну, выпрыгивай. Под язык и этот. И под лещик. Ой, господи. О. Это прикольно. Ловить так рыбу дуплетиком. Давай. Я вся мокрая, как мышь. Изъеденная комарами. Короче говоря, раздеваешься, просто загрызают. Поэтому я даже по большей степени в куртке, ну, для того, чтобы меня просто не обожрали. Вот. Молчит какой-то странный. Ага, молчит, да. Надо его достать. Лениво Рома решил подоставать этот. Прям вот лениво. Такой, о, боже, ты опять звонишь. Что тебе от меня надо? Ну. Лови. Поймала? Ой, господи. Посмотрите, какой туман. Туманище просто какое-то. Вот так вот. Время 6:00 утра. Сазан, блядь. Да стопудово. Доставай его сразу под сак, чтобы не... Там, лежи. А поцелуй на память. Самый большой. Под сак давай. Давай. Жри. Давай. Заходи. Давай, заводи. А? Вот, испытали и под сак заодно. Довольный.
мой. Вся замоталась. Ну, вытащила. Время 6:15. Я вся взмокла, вся мокрая, как мышь. Это пока бежишь, пока вытаскиваешь, там холостые, не холостые поклевки. Потом перезаряжать. Капец. Вроде бы как и хотелось порыбачить, но реально я уже прям подустала. Скоро, наверное, Ром оставлю одного с донками и пойду спать. Ой. Кого я поймала? Охренеть! Вот это у меня трофейчик. Ой. О, какой! У меня полные сапоги, у меня все полное. Надо это зажигание-то сестранчу выставлять, чтобы сладко было. Че ты бросил? Я вообще-то, если что, в воду чуть не утонула. Че ты, говорит, бросила в песок? Хотела рыбку поймать. Даже не поймала. Да, блин, даже не поймала, блин, зато вся мокрая, как мышь. Нет. Где вот венчик? Вот она ты. Yeah.
Идет. Я уже голыми, с голыми ногами, с носками. Ну надо же увидеть, как идет эта рыбина. Ладно, это тот же самый, которого я упустила. Это компенсация. Ой, уже из палатки. Смотрю, что там у Ромы. Ой, комары грызут. Время 7 утра. А рыба все клюет. О! Лещик, да? Ну, хорошо. Реально, как после парилки, как после какой-то. Вот такая вот рыбалка была. А сейчас, ребят, буду укладываться спать. Время практически 7:30. У Ромы до сих пор клюет. Вот сейчас леща поймал. Когда он там спать будет, я не знаю, но я уже все. Как здесь вообще уснуть, когда тут такие... Когда тут такие поклевки. И возгласы Ромы. Ну что, дорогие мои друзья, я типа выспалась. Что значит типа? Где-то 8 часов пытаясь уснуть под поклевки Романа. Я так полежала с закрытыми глазками. Вот, он до 9 рыбачил или до 8:30. Может быть, потом уже и не рыбачил, а просто сидел, балдел от рыбалки. Вот, в любом случае, ну, полежала я 2 часика. Ну, уже в 11 часов такая просто уже такая лежу, думаю, ну, посмотрю, что творится, какая погода. Смотрю, вроде солнце. За это время уже прошел дождь. Я все лежала, переживала по поводу шашлыков, потому что, хотя они, я хоть и подморозила их дома, ну, зная, что на улице как бы погода-то жаркая, думаю, ну, чтобы не испортились-то, когда мы их будем жарить. Но я все-таки не предполагала, что мы их будем жарить, в принципе, на следующий день. Вот. И Рома спит. Такой там храпачок нехиленький стоит. Вот. В общем, что, мам, какая моя сейчас задача? Я даже не знаю, как мне эти шашлыки пожарить, потому что дров-то у меня никаких нет. Рома вот сейчас, он просто не проснется. Вот, чтобы вы знали, когда Рома спит, вот хоть танком его проезжай, вот не проснется. Я думаю, вот позавидовать же можно сну человека. Потому что я очень чутко сплю, а с рождением ребенка у меня просто вообще какой-то мельчайший шорох, и так все, уже глазки вот такие вот, что вообще происходит, что творится. В общем, к чему я веду? Что, наверное, даже прежде, чем я вообще, в принципе, сделаю себе хотя бы чай утренний, обедешний уже первый час времени, я насобираю дровишек, каких смогу, хворостинок, типа того, попытаюсь я пожарить все-таки мясо. Ну, жалко моих трудов, потому что вот в кои-то веки, друзья, я мариновала крылышки сама. Думаю, да ладно, думаю, что там, замариную уже, найду времечко-то на это дело. Вот, и как бы жалко моих трудов. И как бы, в принципе, кушать-то что-то надо, потому что, ну, я думала, вчера у нас будет ужин такой, как бы мясной, сегодня мы пожарим рыбку и так далее. Но что-то пошло не так. В общем, давайте пойдемте искать хворостиночки и будем вместе жарить с вами мяско. Если получится. Надо маленько в разные стороны растащить это все дело. Можно было решетку куда-то поставить. Так. Сюда лунду. Угу. Теперь что-то надо сюда в серединку накидать. А что накидать? Понятия не имею. Ну, придется что-то собирала вот эти хворостинки. Не знаю, хватит, не хватит. Самое главное сейчас задача все это дело поджечь. Вот. С одной из прошлых поездок наш друг Макс забыл свою такую штуку. Даже не знаю, как она называется правильно. В общем, поэтому
Макс, сейчас я ей воспользуюсь. Ты меня, можешь сказать, спас. Да, страшно реально. Учитывая, что у нас уже газовый баллон такой взрывался, и потом Роме ехал и зашивали ногу. Ребята, у меня получилось. Я вообще с кострами не дружу. Для меня это так проблематично. Я даже, в принципе, будет уголь, и мне уголь проблемно поджечь, а тут целый костер. Блин, я молодец. Прям чувствую. Ой, какая ты молодец, Олесечка, какая молодец. Ой, что у меня из этого вышло? Они должны быстро прогореть. Поэтому надо уже на низком старте, наверное, мясо готовить. Ты даже не посмотрел. Что у меня тут живое и неживое? Ну, прохладненькое на самом деле. Не теплое. Даже бутылочка шампанского такая еще прям. Переворачивать. Ох, какая красота. Ну, что-то получается, короче, у меня. Что хочу сказать, я бы так была рада и счастлива, если бы еще хватило колбаски пожарить этих углей, но думаю, что это вряд ли. Короче, сейчас пожарю мясцо, и надо мне ехать будет в магазин, в рыболовный. За сегодняшнюю рыбалку у нас закончились все черви, все опарыши. У нас закончилась даже, в принципе, каша, а я много каши варила. Вот, кашу-то есть из чего сварить, но там есть секретный ингредиент – ванилька. Кстати, если интересно, на что клевала, клевали наши рыбы на бутерброды. Бутерброды – это там был червь, это была кукуруза и был такой ванильный шарик. Вот. Ну, он продается в магазине, такие, как бы, целая упаковочка ванильных шариков там, или медовых шариков, как типа из теста. Ну вот, короче, вот на такой вот в основном у нас все поклевки и были. То есть опарыша нет, а там червь с опарышем, так, а вот что-то такое вот поинтереснее бутербродик был предпочтителен. А каша у нас была, это гороховая, горох, манка и ванилин добавляется туда. Ну, в общем, короче, рыб тоже любит вкусно поесть, как и мы. Подбирают мне. Ну что, я молодец. С горем пополам да нажарила. Так я буду трапезничать. Крылышки есть, овощи порезала. Лук маринованный, здесь зелень различная. Лавашек. Все, это у меня будет и завтрак, и обед, и ужин вчерашний. Все сейчас. Ну что, приступим к трапезничеству. Блин, не взяла я вилочку. Ну да ладно. Рыбацкий. Завтрак, обед и ужин вчерашний. То ощущение, когда сам замариновал, сам разжег костер, сам еще и кушаешь. Да еще и с лучком маринованным. У нас прям бар. Текила, коньяк, пиво. Я кроме текилы вчера ничего не выпивала. Друзья, я потрапезничала. Теперь можно, наверное, искупаться перед выездом в магазин. Пойдемте искупаемся. Вода-то реально теплая. Даже несмотря на то, что погода немного ветреная. И даже хорошо, что ветреная. У меня хоть одежда высохнет. А то вы же помните, как я занырнула. Полные сапоги воды. Штаны мокрые. Все мокрое.
было. Вчера даже не купалась, комары искусали, мошкара искусал. Люди хотят, может быть, ванну принять. Стрекозы прям атаковали все наши доночки. Пугая, вот все мечтает сесть. Вот. Так и не терпится заглянуть в садочек, посмотреть, что мы там наловили. Но я на самом деле не сюда. Я хочу посмотреть, на месте ли утята. А они как раз на месте. Получается, у них белые брюшки. Коричневые перышки сверху, черные лапки. Не бойтесь, утят. Черные лапки и черные клювики. Вот такие вот милаши. Главное, по всему берегу походят, но все равно спать сюда приходят. Им здесь почему-то нравится больше. И, видимо, никто их не обижает, потому что людей они сильно-то не боятся. Из магазина, а Рома тут уже занимается дровишками. Это очень хорошо, Рома. Ты видел, что я крылышки пожарила? Молодец. Вот, ты даже не представляешь, каким адским трудом это вообще мне показалось. Молодец, дров не пилил? Конечно, молодец. Нам же костры-то до неба надо делать. Подержи, пожалуйста. Без тебя не обойтись. У меня тут стола нет. Или можешь мне принести стол? Да ладно. Бульк. Ага. Удобнее. Пригодился, да? Пригодился, ну. Не, ну он сегодня хорошо поработал. Все равно двух. С дымком. Оно еще, кстати, между прочим, холодненькое, прохладненькое. Я сейчас буду пить шампанское в обед, кушать арбуз и кайфовать, а ты пока ловить. За вас, мои друзья. Супер брютик. Арбуз Рома ждал своего часа. Угу. Слушай, ну не испортился, ничего, холодный. Холодненький арбуз, холодненькое шампанское. Он прям даже пузырчик запекивает. Это я себя так награждаю, Ром, я сегодня молодец. Рыбу наловила. Тоже наловила. Не проспала рыбалку. Мяско пожарила, в магазин съездила. Вкусно, слушай, видишь, какой свал какой. Еще бы эти не купали, а? Да, без них не так. В общем, немножечко отдохнули. Теперь занимаемся заготовкой дров, чтобы был большой костер у нас. Друзья, и еще сейчас к нам подъехали Татьяна с Романом. Вы их видели в предыдущем видео. Вот, они подписчики на наш канал. Они сейчас качают лодочку и тоже рады с вами разместятся. Ничего, какие-то здоровенные тащишь, что? Ух ты! Жизнь заставит. Ох, жизнь заставила, да? Ребята, как раз
накачкой лодки занимается. Лодка пошла. Костер аккуратно. Лодка пошла. Самое опасное — это костер. Все остальное ничего. Давай. А что ты в воду скидываешь сразу? Время подходит к рыбалке. Надо сварить кашу. Варим нашу любимую гороховую. Главное следить, чтобы она не прилипла ко дну. Вот это баржа плывет. Баржа так баржа. Здоровенная. Длиннющая. Первая поклевочка. О! Ура! Первый есть 20 числа в вечер. Первый язёк. Молодец. Он как лягушка аж заквакал, да? Так. Тут у Татьяны с Романом тоже клюет. Что, Рома, ясь? Заловила, да? Молодец. Кто-то есть, трепещутся бубенцы. Язик. Роман подлещика поймал, другой Роман. Какой красивый закат. Прям такой желтенький, жалко, что не видно толком ничего из-за деревьев. И кузнечики так стрекочут. Уезжал в магазин, холодильника не было. Оказывается, он образовался. Ох ты, боже. Оп! Как... Как в гипермаркет сходил. Так. А можно другую, которая пополнее, там газу побольше? Там нормально. Не-не-не, дайте бы другой. Это потом. Нюку. Это два стаканчика. Не... Ну, это ты два стаканчика выпьешь, а мне дают. Это я хочу с козиком. Так. В гипермаркет пошел. Холодильник в гипермаркете. Сейчас полоски. Да. Во кого я поймала. Карася. Карася в оби я еще не ловила. Все уже ловили, а я еще нет. Вот теперь я карася поймала. Хороший. Хороший карасик. Продолжаем нашу рыбалку. Карася я поймала. Надо теперь язишку взять. Надо, говорю, теперь язишку, Рома, взять. Мне. Ну что, Рома, как водичка? Ладно, рыбалка продолжается. Костерочек горит. Вот мы тут такое лобное место устроили возле костра. Сейчас все рассядемся. Рома, походу, клюет. Нет, Рома заделся. В общем, сейчас у нас будет продолжаться общение. Что, ну я так люблю, Рома, твои костры. Это просто что-то для меня потрясающее. Конечно, я тоже любил. Напили, разожги. Я вообще бы обожал бы большие костры.
Я бы еще орал бы. Давай еще. Давай. Жару давай. Жару давай. Давай жару. Вот я бы вот так бы делал. Я тоже что, не дурак. Все. Ну, зачем нам пила? Лимит закончился. Где мой стаканчик? Только мне тоже такие пострадали. Курнуть надо. На небо. Пилу надо купить, и пилу, все, да, и костры пилу будут, а до неба. Я маленькие веточки собираю, как это дерево. О, Овнер стоит. Да может быть он просто притих? Блин, да быть не может, а. Может, что-нибудь мелкое было, он так клевал хорошо. Блин. Бывает. Мы такие, как пинтят. Ага. Да, реально. Да, 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 да. Вам нравится в нашем кинотеатре? Я могу говорить, сегодня себе позволить костер ничего не закидывать. Да. А вы где? Где вы сидите на местах для поцелуев или нет? На последнем ряде. Принес щучку. Ё-моё. Сходил, можно сказать, за сигаретами. Принес щучку. Погода сегодня просто офигенная. Ни единого облачка. Ветер не дует. Полнейший штиль. Ну, прям вообще красота. Даже жалко уезжать. А что поделать? Ну, сейчас будем завтрак варганить. Неспешно собираться. Вот. Солнышко светит. Ребята поплыли на рыбалку. Хищника будут ловить. Вот. Красота. Так. Приготовила нам завтрак с Ромой. Рома любит вот такие вот яйца. Не размешанные, а я себе перемешиваю. Нальем кофеечка. Роме просто черный кофе, у меня латте. Конечно же, все из пакетиков, но тем не менее. Так. Ну, вообще погода. Может смениться в любую минуту. Завтрак окончен. Ребята приехали. К сожалению, безуспешная была у них вылазка. И сейчас мы немножечко прокатимся. Ребята мне любезно предложили прокатиться. Так что путь. Все, я готова. Я готова к путешествию, ребят. По нашей матушке Аби. Все, банда панда в деле. Вот скоро вот здесь подсохнет, вот здесь вот, да, получается, и уже тогда можно проехать, и особняком, да, будет вот, и песков больше откроется, и нормально будет. Мы в прошлом году, короче, с Ромой на том месте, где сейчас были рыбачили, а здесь компания гуляла. И бабушка накрюкалась так, и она просто вот весь день отмокала в этой воде. Она прям вот так завалилась как-то на бок. И просто лежала, и вот так вот рукой, вот так вот только, знаешь, и даже потом уснула. И все, мы даже, нет, ну как бы, и потом вообще и спала, уснула. Это капец, конечно, был. Она вся обгорела, она бордовая, как рак. А с ней же, ну, были другие люди, как бы, в компании. И, короче, почему они ее не вытаскивали, ну, тоже вот вообще непонятно. А ты не упадешь, если ты на нас убьешь? Слушай, ну ты прям отчаянная. Слушай, нормально пооткрывались берега. Люди-то вот это уже 2 недели назад такого не было. Thank you.
мы островитяне. Приехали на остров. Необитаемый. В общем, вот такие мы островитяне. Да, классно. Песочек, песочек сухой такой. Теплый. Ты плаваешь, плавать умеешь? Ну, я сейчас, значит, пока у меня маленький ребенок, я так сказала, многие вещи делать опасаюсь, потому что, блин, ребенку как минимум нужна мама. Да, да, и да, градус отчаяния у меня стал чуть-чуть поменьше. Потому что ответственность. Ну, понятное дело. Сейчас, ой, смотри, вообще уносит течение, лучше, конечно, не плыть. Знаешь, у меня был случай, я после него и на плюшках-то сильно не катаюсь. Короче, у нас там в Испанах есть, короче, гора, ближе к Академгородку, там получается в Испанах, к Академгородку, гора, и там все катаются на плюшках, на сноубордах, на лыжах и на всех делах. И там даже возле дома, ну, здесь ходьбы всего лишь, школа, где вот обучают сноубордистов и лыжников. И там, короче, все катались на плюшках. Ну и что, а у нас традиция была, 1 января мы с друзьями всегда собираемся в большой компании. Едем сначала на плюшку, потом едем к кому-то в гости, ну, у кого жилье побольше. Там, то есть, там человек 15, нас там 20, ну, такая прям большая компания, вместе с детьми, конечно же. И вот, значит, вся себе, все, обычная такая же гора, припаркованы машины, где обычно припаркованы. И, значит, ну, как гора, и потом вот такой вот, как бы, намет снега, он уже такой, знаешь, такой уже накатанный, ну, то есть гладкий. И вот я, короче, качусь, я перелетаю через этот момент. Я, короче говоря, перелетаю, там запаркованы машины, меня просто вот так крутит, а я ничего даже не вижу, что происходит. Мне, короче, головой так долбанет, а в машине, аж у машины фара аж сломалась. А это хорошо, я была в капюшоне. Представь себе, я говорю сестре: Юль, ты снимай, говорю, меня. Она снимает, понимаешь, она просто видит, что я сейчас просто убьюсь нахрен. Ну, если бы не капюшон, я бы просто... Так убиваются люди, да, снимают. Да, и вот, и представь себе, я прям сейчас дури так бум, и прям вот этот звон, как бы они все это слышали, все ко мне бегут: Олеся, ты как, у тебя вообще в чувствах сознания, там, туда-сюда, как бы, ну, а я просто говорю, что, ну, такая вот фигня, она имела место быть, и я теперь, как бы, с плюшками тоже осторожна, хотя раньше с таких гор каталась, они вообще полностью вертикальные, например, там, летишь, не, не видя куда, да, и не страшно, ну, как бы, кайфуешь. Все. Да. Да. Да, давай. Наши домики. Ну, спасибо, ребята, накатали. Еще покатаемся. Прям классно. Ребят, спасибо огромное. Какая сильная женщина. Палатки собрали, все уже упаковали в машину. Сейчас будем доставать рыбу. Рыбалка, кстати, сегодня с утра не заладилась. Рыба вообще не клевала. То есть вот все, что мы наловили, это буквально, наверное, за вчера. А сегодня утром, там Рома сказал, незначительное количество поймалось. В общем, рыбалка мы очень довольны. Очень. Самое интересненькое, что мы тут с Ромой наловили. Прыгает? Ой, слушай, я, по-моему, 4, что ли, метра покупала, или сколько? А может, 3. 3 или 4, короче говоря. Заказывала на Руми на праздник на какой-то. Ну, хватает этого. Рыба живая обычно бывает. О! Ух ты, ничего себе! Трепещется! А-а-а! Вот они, наши рыбёхи. Рома, ведро надо? А, блин, ну вот это, а? Ай. По чуть-чуть. А это я его поймала. Такого. Ну, конечно, там слишком мало у вас, тем более для большой рыбы, места. Вот это в этот раз порыбачили.
хотя бы. Еще карась же плыл еще. Да, погода радовала. О, как раз ведро рыбы. Так. Давай, пусть пока так. Спасибо, что покатали. Друзья, вот такой вот выезд у нас получился. И встретили подписчиков Татьяну с Романом. Классно провели время и вдвоем, и в компании, и даже вот на лодочке покатали. Поэтому выходные были супер. Надеюсь, вам тоже с нами понравится. Была с вами я, ваша Леся, и канал «Дамочка на рыбалочке». До новых встреч. Пока-пока.